Всем огромный привет, друзья мои, и сегодня у нас с вами очередной влог. Я обожаю влоги, это мой самый любимый формат. Это вообще формат, ради которого я пришла на YouTube, потому что я на YouTube с 2011 года сижу. У меня это всякие прикольные ролики для того, чтобы расслабиться, чтобы отдохнуть и не быть слишком серьезными, потому что некоторые воспринимают так серьезно влоги, что мне иногда становится страшно. Мы с вами здесь общаемся как друзья, только через экран. И очень надеюсь, что это видео просто развлечет, вдохновит вас. Я покажу вам всякие прикольные штучки. И сегодня мы с вами еще поедем на мое, если честно, самое нелюбимое дело, на шопинг. Я очень привыкла покупать онлайн. Для меня это просто какой-то рай, если честно. И когда нужно выйти физически в магазин, для меня это огромный стресс. Но ради вас, конечно же, я поеду по магазинам. Мы с вами посмотрим новинки, может быть, что-то появилось к весне. Я вам сейчас покажу, кстати, что я заказала. И хочу сразу поделиться полезным промокодом, не рекламным, просто промокодом, потому что я знаю, что потом будет очень много вопросов, и, по-моему, у него истекает срок действия. Сначала я сделала запись вот с этой леопардовой сумкой, которую я заказала, и у меня просто разорвался директ, все, что можно и нельзя, где ты ее купила, где ты ее купила. На этом скриншоте я специально не стала замазывать название, но, видимо, многие не увидели. Я заказала эту леопардовую сумку, потому что я обожаю леопард, и просто леопардовая сумочка. В общем, это классно, еще и Ralph Lauren, или Ralph Lauren. На французский манер. Все постоянно бомбят в комментариях из-за этого. Опять-таки, не относитесь к этому слишком серьезно. Мы с вами просто разговариваем про одежду, про вещи, про шмотки. Почему так страшно мне от вашей серьезности становится, господа? Для этого я стала искать косметику, которая мне нужна. Стала спрашивать байеров, сколько это будет стоить. Везде какие-то заморочки. И потом, просто случайно, я на этом сайте пробиваю все средства, которые мне нужны, и они есть на этом сайте. Я на эти посты оставлю ссылку, и вы сможете найти. Если что, я еще с этого сайта ничего не получала, поэтому я не могу ничего гарантировать или громко обещать. Но... И, в общем, через несколько дней я падаю. Я падаю. Падаю на улице за много-много-много лет, вообще первый раз. И вроде бы все хорошо, я думаю, ну, упала, как бы приземлилась мягко, к счастью, ни синяков, ничего нет. Но на следующий день я просыпаюсь, и я не могу встать. Просто мне было ужасно грустно. Я в итоге поехала к врачу, нужно было с этим разбираться. Мне сказали, все нормально, просто пей обезболивающее и отдыхай. Ну и мне было так грустно, потому что я должна была снимать в эти дни, и получается, 2 дня я потеряла. Для меня, для блогера, 2 дня съемок, это, ребят, это просто, это... Это просто без комментариев. Я думаю, раз есть время, надо порыться в интернете хотя бы, потому что на это уходит всегда куча времени. Мне нужна была куртка на весну, я все думала о куртке, об одной, но купила в итоге другую. И мне нужна была пижама новая. Ну, в общем, я опять же зашла на этот сайт и думаю, что у них от Ralph Lauren еще есть, потому что я Ralph Lauren, окей. Я очень люблю этот бренд сильно, и, если честно, меня даже это смутило. Я сказала вот эту, я здесь дублирую, здесь показываю, заказала куртку, и цена на нее стояла 35 тысяч. Я думаю, надо еще подумать. И вот я крутилась, думала. Потом захожу еще раз на эту куртку, и цена стоит, по-моему, 15 тысяч. Я ввожу этот промокод, и он у меня в третий раз срабатывает. Я заказываю эту куртку, по-моему, за 12, если я не ошибаюсь, тысяч. То есть куртка за 12 тысяч, я от Ralph Lauren, я вообще такого 100 лет вообще в обед не видела. Я очень надеюсь, что все оригинальное, ну, по крайней мере, я говорю, мои знакомые, кто заказывал, все было хорошо, и очень надеюсь, что все будет нормально. И заказала пижаму, потому что я тоже очень люблю такую эстетику, мне Ralph Lauren, я прям... Обожаю, очень сильно. Дальше мои покупочки. Я начала читать, точнее, не начала я еще читать, я вам сейчас вру. Я купила книгу «Энергия в тарелке». Я смотрела видео американских блогеров и разные рекомендации по поводу питания, похудения, как они сбросили вес и все такое. Я не говорю сейчас, что я хочу сбросить тонну килограмм, но у меня вот за последние полгода какой-то сдвиг по фазе. Я по-другому это сказать не могу. У меня то нет аппетита, то у меня сильный аппетит, анализы все в порядке, по витаминам все хорошо, но какое-то у меня апатичное было состояние, и я не могла не есть, а иногда не могла остановиться есть. И мне как будто стало немножко все равно в плохом смысле этого слова, потому что питание, когда я его изменила и пришла в норму, я чувствовала себя на высоте. И вот в эти полгода что-то ни туда, ни сюда, короче, я подумала, может быть, мне какая-нибудь книжечка поможет в чем-то разобраться или просто, ну, немножко вдохновит. Мне вот не хватает как будто вдохновения, знаете, какой-то мотивации самой. Хотя я стараюсь вас мотивировать. Поверьте, зачастую я сама напоминаю себе такими роликами, которые я для вас снимаю, что так, надо держаться, все нормально и все дела. В общем, энергия в тарелке. А, пожалуйста, остановитесь. Напишите в комментариях книги по питанию, которые вам реально помогли. У кого из вас были проблемы с пищевым поведением, и вам какие-то книги помогли действительно разобраться. Еще 2 книжечки с Озона. Кстати, у них раньше была у Азбуки гораздо лучше серия. Она была из обложки под картину, под холст. А сейчас все такое
общем, удешевление продукции, а цены не дешевеют, я скажу. Сегодня неспроста такая энергичная, я давно не снимала, и говорю, несколько дней я в горизонтальном положении, конечно же, я отдохнула, и поэтому мне прям хочется болтать, болтать, болтать. Это большая проблема, вы не представляете, сколько я вырезаю на монтаже. У меня на монтаже бывает 2-3 часа. 2-3 часа. Следующее, что я хочу сказать, я начала очень сильно увлекаться ароматами и стала писать о них в Телеграме. Я купила очень много всяких парфюмов, я... Так, это не парфюм, у меня уже все. Сдвиг по фазе, я говорю. Зима, зима, просто всех уже доконала, и у меня уже начинается истерика. Ох, это Томас Космала, кстати, я про него тоже писала вот буквально недавно в Телеграме, поэтому заходите, обязательно смотрите. Я реально стараюсь сейчас больше писать, знаете, я вам скажу маленькую тайну, маленькую большую тайну. Я в 11 лет начала вести блоги, тогда это так не называлось, не было слова блогер, но, в общем, я постоянно писала, писала, у меня был письменный, скажем так, блог, тогда это называлось... дневник в интернете. Ну так вот, я увлекалась всем этим делом и помню, что меня напечатали в книжечке в одной, сборник был петербургских авторов. В общем, я все это время писала, что-то там делала в интернетиках. Помню, что наступил момент, когда мне нужны были деньги. Я помню, что мне на самом деле нужно было 7-8 тысяч, по-моему. Но для меня тогда эти деньги, это было... просто абсолютно что-то нереальное. Я начала тогда первые шаги во фрилансе и стала писать тексты. И за текст, две страницы, А4 формата, мне заплатили тогда 30 рублей за вот этот вот гигантский текст. И чтобы вы понимали, я тогда на 7 тысяч написала этих текстов. Я их написала, я не знаю, тысячи, наверное. Это было ужасно, и после того у меня случилось такое выгорание, хотя я обожала писать, я думала, что я стану писателем, хотя у меня тогда ни жизненного опыта, ничего такого не было, о чем бы я могла сказать, но меня это зажигало. И вот после этого я перестала вообще писать. Причем я начинала свой блог как книжный, я писала о книгах, рецензии и всякие такие штучки. И вот я начала писать про ароматы, меня стало это как-то зажигать и вроде бы возвращать к жизни. Я стала изучать и искать ароматы для дома. Это оказалось для меня сложной задачей, потому что я купила один флакончик парфюма для дома. Он оказался, ребята, таким удушающим, что когда я его нанесла на шторы, я один раз пшикнула. Вроде бы он мне понравился на первый взгляд, на первый вдох. Я нанесла его на шторы, и у меня было открыто окно. И вот этим вот потоком воздуха этот аромат просто, он кружил в воздухе, наверное, двое суток. Ну ладно, не двое суток, но сутки точно, с учетом того, что я два пшика сделала, ровно два пшика. И я помню, что я не могла спать в своей комнате, я пошла просто сидеть на кухне, и вот так вот я вот сидела и ждала, пока это все дело закончится. Уже рекомендации, уже несколько месяцев пользуюсь этим волшебным гелем. Очень круто. В последнее время тестирую вот эти ароматы, и они все по-своему настолько интересные. Мне показал это консультант Золотого Яблока как-то пару недель назад. И вот очень интересный, например, аромат Фиг Бланш. Потом очень интересные, да здесь все очень интересные. И я вам вставлю фотографию, по-моему, это он. Вот такой зелененькая у него упаковка, очень свежий, природный, очень красивый аромат. Смотрите, какие у них еще красивые упаковки. Вот этот очень классный я пробовала. Ваниль Руж, очень хорошая ваниль. Потом очень интересный с шафраном аромат был. Ну, по крайней мере, я рассказываю вам то, что запомнила. Вот зелененький аромат, который очень понравился, прям очень сильно. Я на весну думаю о нем. И вот Фиг Бланш белый. Причем есть Версаче, вот классика Версаче. И эта линейка называется Ателье Версаче. Ну, конечно же, смотрите, тот бренд, который показывала вам в начале блога. И посмотрите, какие еще есть объемы и какая красота. У меня, по-моему, объемчик поменьше. Но это смотрится так красиво. И даже если он закончится, можно его промыть. Это очень красивая ваза для цветов. Здравствуйте. Вам пакет нужен будет? Нет, пакетик не нужен. Вы бонусы копите, спишу. По плате получается 1110. По карте. Спасибо большое. Да.
Давайте прервемся на небольшую распаковку, и я хочу показать вам несколько покупок из Золотого Яблока. Несколько месяцев назад я послушала вас в комментариях и купила фиксирующий гель от бренда Pussy. Кстати, когда я снимала макияж, он уже фигурировал у меня, и да, я покупаю очень много вещей по вашим рекомендациям, это абсолютная правда. У меня в макияже главное — это брови, и мне очень нравится, когда бровки чуть зачесаны наверх, как мне кажется, это придает молодости и естественности. И мне настолько понравился этот гель, что я сразу купила две штучки, потому что в какой-то момент он был sold out. И как только я стала им пользоваться, я поняла, почему все про него говорят, почему все мне его советуют и рекомендуют. Шикарно укладывает, очень удобная тонкая щеточка, эстетично, минималистично и красиво. К слову, видела очень много брендов, которые их копируют, поэтому будьте осторожны, покупайте в проверенных местах. И опять же, не знаю как, но любимые бренды приходят к нам с вами на канал, чему я безмерно рада, и бренд Pussy предоставил для вас промокод Валуева, переходите по ссылке в описании. И пусть ваши бровки будут красивые и ухоженные. И по скриптум, он настолько хорошо фиксирует брови, что я сейчас второй раз пыталась прокрасить, у меня не получается, потому что они как будто прибиты, и для моих волосков это спасение, я вам клянусь. Следующее, что я заказала уже онлайн, потому что в магазине я этого не нашла, это вот такие красивущие тарелки. Я пока что заказала только одну, решила посмотреть, как она мне будет по размеру, чего мне еще будет не хватать. Ну это так красиво, я просто умираю. И, кстати, интересный факт из психологии цвета, то, что если есть синих тарелок, то у тебя быстрее приходит чувство насыщения и уменьшается аппетит. Я не знаю, насколько это правда, но у меня, кстати, несколько тарелок именно в синем цвете, и я специально выбирала небольшой объем, чтобы не накладывать себе много. Потому что если блюдо вкусное, мне действительно сложно остановиться. Еще одна вещь, которую очень рекомендую, я перепробовала за эту зиму много кремов для рук. И вот этот крем, это просто один из, наверное, лучших, по крайней мере, для меня. Он очень сильно мне подошел. Он жирненький, я наношу его на ночь. Он так хорошо восстанавливает руки, и после него действительно чувствуешь уход. То есть это не такой крем из формата, ты нанес его, и потом, когда уже пошел смывать руки, все, они вернулись в исходное положение. Знаете, такое бывает особенно с бальзамами для губ. У тебя ощущение масла на губах, будто все напитано. Ты идешь умываться или кушаешь, и опять у тебя сухие ошметки на губах. Это на самом деле я очень не люблю. И давайте вот насчет губ еще я покажу вам два средства, которые мне очень понравились. Здесь, опять же, все индивидуально. Я покажу вам два средства. Одно бюджетнее, другое дороже, но мне понравились оба. Как-то в Телеграме я поделилась своей болью о том, что у меня очень сохнут губы этой зимой. У меня какое-то невероятное вообще иссушение всего организма происходит. Конечно, старость, нерадость, видимо, ну, в общем. И одна из подписчиц мне написала личное сообщение, и она посоветовала вот одно из средств. Это вот этот бальзамчик. Он очень-очень крутой. Он очень необычный. Он напоминает мне что-то медицинское. Для сравнения, я покупала Локситан, и он мне не понравился. То есть ощущение, будто, вот как я уже сказала, ты наносишь средства на губы, потом ты идешь, смываешься, и как будто ничего не происходило с ними. Хотя он многим нравится. То есть здесь, девчонки, все индивидуально. Но вот это средство мне действительно понравилось, я им сейчас пользуюсь каждый день. И следом мне порекомендовали вот этот бальзам. Это Alice of Skin, пептиды и керамиды, восстанавливающий бальзам. Он вот такой вот желтенький. Кстати, здесь тоже желтый цвет. Может быть, у них даже похожий состав. И оба корейские. Вот что, кстати, интересно. Вот так выглядит. Мне хотелось что-то в сумочке иметь такое, что не надо пальцами размазывать, если ты в общественном месте, если ты куда-то поехал. Очень удобно нанести именно в формате стика. Правда, он стоит дороговато, честно говоря, и посмотрю, насколько он будет экономичный, потому что ощущение, что оно закончится за неделю, то есть оно прям тает на губах. Как я уже сказала в начале, я действительно очень много вещей покупаю по вашим рекомендациям, поэтому огромное спасибо, что советуете, и действительно, благодаря вам я нахожу очень многие интересные средства, как был с гелем для бровей, так вот с этим бальзамом и еще на самом деле с кучей-кучей всего. Здравствуйте. Я смотрю на оформление самых известных, можно сказать, домов, и парфюмерных, и модных.
И как же у них красиво все сделано. То есть вот этот маркетинг, он, конечно, он действительно работает. Этот аромат мне очень сильно понравился. Я думаю, рано или поздно я его возьму. У него и цена хорошая, и аромат просто праздник. Мандарины, мята какая-то, ну, базилик, там базилик точно. Очень такой, знаете, даже новогодний, можно сказать. Поднимает настроение. Вот сейчас я первый раз послушала вот этот аромат. И он какими-то ягодками, цветочками пахнет. Такой красивый. Надо его сейчас на руку нанести. Очень нежный, очень красивый. Попала под снежную бурю, как вы видели. И у меня все волосы, все вообще распушилось. Просто ужас. В общем, я сейчас в магазине Личи. Это первое платье, которое я мерю. Ну, примерно так. Сейчас хочу это дополнить красным пальто. Мне очень понравилось, как сюда вписываются золотые аксессуары. Сережечки, кулончик и сумка с золотым ремнем и золотой фурнитурой. И благодаря кружеву, красному цвету и простоте этих фасонов у нас получается очень даже симпатичная картина. Только, естественно, это не босоножки. Сюда надеваем с вами какие-нибудь сапоги высокие. Сразу говорю, что с этим платьем я бы, скорее всего, его не надела. Это пальто, но если бы у вас внизу было, у нас с вами внизу было бы черное, просто классическое платье, или, например, джинсы со свитером, в целом неплохо. Но вот это пальто, оно очень тоненькое, очень такое мягкое-мягкое, прям, знаете, ну, вообще приятное. То есть ничего не могу сказать, просто я люблю более плотные такие ткани, которые держат форму. Это достаточно такое мягенькое. Хотя я заказала себе недавно вот это пальто, посмотрим, как оно придет, какое оно будет по качеству. Потом, может быть, что-то... Мне будет что сказать, в общем, по этому поводу. Обожаю эту свою сумку за ее универсальность. Она настолько, видимо, вписывается в мой стиль, в какие-то мои вкусовые предпочтения, что вообще ко всему, что бы я ни взяла, ни приложила, она подходит. Так, девчонки, следующую блузу я взяла. Но я ее на платье надела, потому что я хотела вообще ее примерить вот с этой черной юбкой. Но я очень переживаю и боюсь, что она... не налезет мне на бедра, потому что это XS, и мне в этом магазине как минимум нужна S-ка, а то иногда и M-ка. Кусочек черного это платье, которое на мне надето, не обращайте на него внимания. И мне кажется, что много меня девчонок смотрит, кто любит на самом деле вот такой классический романтичный наивный стиль. Очень приятная блузочка, единственная, я думаю, в ней, скорее всего, можно вспотеть. Если бы вы только знали, как я люблю первое распущенные волосы, второе черный цвет и приталенный силуэт. Боже, я могу прям ходить просто каждый день. Кстати, доказательство того, что сумочка везде подходит. У меня сегодня такой обычный вообще образ, но очень классно вписывается в него и подходит. Обожаю. Девчонки, смотрите, как красиво синий, вот такой глубокий, сочетается с кремовым, насыщенным бежевым цветом. Здесь просто рай для глаз. В жизни это, не поверите, как красиво смотрится. Обязательно возьмите на заметку, потому что как раз-таки бежевый в этом сезоне будет супер-супер-пупер актуален. И мне очень понравились вот эти блузы. Вот посмотрите, в жизни этот цвет настолько благородный, настолько красивый. Правда, синий, темный, но может кто-то ищет. Очень красиво, просто невероятно. И здесь есть такие же юбки, кстати говоря. И, конечно же, одно из классных сочетаний – это бордовый вместе с серым. Очень красивое платье вот это. И вот со всякими рюшечками и оборочками тоже очень красиво смотрится. И вот с серым цветом, даже тот, который сегодня на мне, посмотрите сочетание. Красиво. Вот еще мне очень понравился вот этот жакетик-курточка, как они это прописывают, жакет. На смену твидовым я бы посоветовала вот к этим присмотреться. Очень тоже красивое сочетание серого вот с таким бордовым. Можно аксессуар, сумочку, например, бордовую взять, черные брюки, и просто вы богиня. Очень красиво. Знаете, парижский, французский стиль, но отлично тоже в базу подойдет. И смотрите, здесь даже они логотипчики вышли вот таким бордовым оттенком. Секрет многослойного образа. Сразу вшитый только воротничок. Вот на всякие береты нужно обратить внимание. На сумки вот в таком цвете. Если не хотите, например, целиком кофточку покупать. А посмотрите, какая красота. Что-то блестящее. Очень классно смотрится. И, кстати, полупрозрачное. И мне кажется, что мне такое надо. Это у нас топ 4300.
Много красного, черного, белого. Мы с вами тоже это все обсуждали, кстати, вот в этом ролике. Вот здесь он будет в трендах весны. Как раз говорили об этом. И эти цвета тоже прекрасно между собой удобно сочетать. Главное просто по форме правильно подбирать. И именно не, как сказать, не брать слишком много сложных вещей. Пусть несколько простых будут, но они вместе создадут очень интересный и какой-то сложный образ. А вот это платье, которое сейчас напротив, оно мне очень напомнило платье Сен-Лоран. Очень прикольное по посадке должно быть. И у него такая полупрозрачная ткань. Видите, вот там руку манекена видно. И классно смотрится именно вот с такими ботильонами на каблуке. Очень красивое. И сколько она стоит, давайте посмотрим. Здесь даже не видно ценника, сейчас мы его найдем с вами. А вот мы его с вами и нашли. Оно стоит 6000, но слушайте, оно действительно, вот его надо только отпарить. Смотрится прикольно. Если вам по цвету вот такой подойдет, блондинкам очень красиво, да и брюнеткам будет очень красиво, то можно обратить на него внимание. И несмотря, что это тоже, наверное, скорее всего, синтетика, оно такое, знаете, оно не прилегающее, поэтому не будет в нем потеть. Нормально будет. Эффект тоже вот помятой ткани. Еще несколько сезонов назад мы с вами обсуждали. Такие вот рубашечки. Кто-нибудь обязательно скажет замечание. Почему ты не погладил свою рубашку? Бесконечная история. Тех, кто не понимает, да? Вообще, я очень люблю манго. И, кстати, смотрите, мой жакетик, который я купила 2 года назад, только с другими пуговицами. Это их знаменитая модель Вентур, по-моему. Сейчас, давайте посмотрим даже. И из года в год меняется немножко твит и меняются пуговички. Да, вот Вентур. Сколько он стоит? 10 тысяч. Я покупала где-то 1000 за 6, я думаю. У меня твит приятнее, если честно. Вот этот какой-то он волосатый такой немножечко. Не такой плотный, что ли. Как будто более шерстяной. Что-то, не знаю. Пальто всегда очень люблю в манго. Посмотрите, какие ласканы. Прям стоят. Тоже очень неплохие классические варианты. И цена у него 18 тысяч. То леопардовое влечье тоже стоило 18, но я бы вот это выбрала. Более плотный материал. И оно красиво форму будет держать. Ой, как красиво смотрятся туфли лакированные, девочки. У меня просто, у меня сегодня настроение поговорить, видимо, я не могу заткнуться. Но это правда очень красиво. И это просто, не знаю, меня сводит саму с ума. Очень красиво смотрится. Не знаю, насколько они будут удобны, потому что не всегда это удобно в масс-маркете обувь. 7 тысяч. Сейчас с вами в Иконику зайдем. Там, конечно, дороже, но может что-то приглянется. Вообще на дальний сезон прекрасные находки здесь можно найти, мне кажется. Смотрите, 15 тысяч, правда, оно без подклада, но оно должно хорошо сидеть. Оно стоило 33 тысячи, я думаю, это кашемир. Ну-ка, handmade, непонятно, что это, но очень похоже на кашемир. Тонкое, знаете, в 12 stores такие были, очень дорогие пальто. Слушайте, смотрится красиво. Если у вас все есть и нет только бежевого пальто, можете зайти примерить. Вот скажу вам по секрету, мне всегда хочется блестящего, открытого или закрытого, я не знаю. Ну, короче, у меня настроение вечеринка Сен-Лоран. Всегда. Боже мой. Но только не цыганский барон, а Сен-Лоран. Это уже всех достало, да, после Нового года. Но меня одну не достало. Мне хочется ходить в пайетках. Вообще, у меня какое-то состояние такое. О, кстати, похоже очень на показы. Платье с показа, как будто. Такая расцветка. Если найду, вставлю картинку. И вот много тоже кружевных платьев, которые пошли уже с того сезона. Здесь очень много на распродаже. Оно, видимо, завязывается, как горловина халтер. Но без подклада, без всякого. Само кружево здесь хорошее. Оно не будет в катышках, как, например, в личи, которое сейчас было. Еще за балетки посмотреть леопардовые. Очень интересно их пощупать. Как раз маленький каблучок, о чем я говорила вам, что лучше с маленьким хотя бы каблучком брать,
чтобы не полностью плоская подошва была. Они, кстати, очень мягкие. Ну, прям очень мягкие. Уже кожа жестче гораздо. Я не могу просто. Удивительно, что я искала именно молочный костюм. Вот такой вот мне очень понравился в рубчик. И здесь есть вот такой сиреневый. Очень красивый. И у него нормальная цена. Я первый раз вообще в этом магазине и вот так вот наткнулась удачно. Раньше вообще спортивную форму не покупала, ни рубля не тратила на это. Сейчас это мой, знаете, основной гардероб, но я никому об этом не говорю. Решила померить. Обычно все онлайн беру, никогда не примеряю. Но здесь у нас такой с вами шопинг-влог. В жизни цвет еще красивее. Вот чем даже через камеру передает. Леггинсы сделаны на резинке вот здесь сзади. И эффект пуш-ап создается очень так, очень привлекательно. Какой красивый костюмчик. Я искала именно молочный, причем цвет. Хотела заказывать с Алиэкспресс, потому что заказывала несколько лет назад, и они очень хорошо носятся, на удивление. И мне хотелось что-то из таких обычных наших брендов посмотреть, что можно сразу купить. И, девчонки, я в шоке. Честно, это случайная вообще находка, я мимо проходила. Это просто красота. Боже мой. Причем это размер S, на меня хорошо сел те леггинсы в размере M. Вот так вот. Огромное спасибо, что досмотрели этот влог до конца. Для меня, честно, это самый любимый формат. Я настолько его люблю, я настолько люблю формат влога. Для меня это нечто особенное. Огромное спасибо тем, кто со мной. Я воспринимаю вас как своих друзей. И всегда, когда делюсь чем-то, что-то рассказываю, разговариваю с вами так же, как со своими близкими, со своими друзьями, я очень ценю вашу поддержку, я очень ценю ваше доверие. Огромное спасибо, что вы со мной. Я вас очень люблю. И скоро увидимся в новых роликах. До новых встреч. Пока!